Здравствуй, матушка. Это, как я говорю, это моя вторая мама. И приходишь сюда с открытым сердцем, рассказываешь о своих проблемах. Матушка утешает, управляет, решается все вопросы. Мы же находимся как белка в колесе, да, вот так крутимся, крутимся, суета, туда-сюда. Приходим сюда и сталкиваемся с вечностью. Мы начинаем задумываться, кто мы, что мы. Рай-то внутри нас, его не надо нигде искать, он в нас находится. Душа матушки и сердце страдало о том, что у людей не было покаяния. И вот посмотрите, сколько сегодня людей, сколько людей сегодня исповедуется, сколько людей сегодня придут к чаше. Это самое главное, что у нас есть в жизни. Благодарим матушку блаженную Валентину, что она нас сегодня всех привела в этот Божий храм. От Минска и до Коса совсем рукой подай. Могилка там высокая, покой и благодать. Мороз и зной, и в холод по одному гурьбой. И муж, и сын, и дочь, всех нужно ей утешить и обласкать, помочь. Протоптаны здесь ручей, вот мост. Из дальних мест, из Минска спешат все на погост. Блаженная под колокольный звон, святая Валентина, тебе земной поклон.
здесь матушка София, сестренка Ольга спят. Здесь ангелы святые и днем, и ночью бдят. Слились тропинки малые в народную тропу. Совсем рукой подать.